Алло, Люсь! Это я. Что значит «но»? Могла бы повежливее, я теперь депутат. Не дегенерат, а депутат. Ну, я баллотировался по Северно-Арктическому автономному округу. Там же кроме пингвинов никого нет, поэтому выбрали единогласно. Ну ладно, Люсь, я тебя потом позвоню. Алло, Люсь, это я. Слушай, сейчас задорно выступал, я так смеялся. А потом выяснилось, что это не сатирик, а министр финансов. Да он еще смешнее выступал. Он говорил, что рубль стабилизируется, а цены растут, потому что их все поливают. Ну а ты что делаешь? Телевизор смотришь? Ну что там? Он и она в постели? Ну что, большая постель? Как море? А он как капитан? А если бы я был как утопленник? Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, алло, это я. Представляешь, мне предлагали $1000, чтобы я что-то лоббировал. Я отказался. Почему дурак? Ага, я от 1000 отказался, мне 2 дали. Я вообще сейчас хочу депутатский запрос делать. Хочу запросить квартиру, дачу, что там мне еще не хватает? Почему мозгов? Ну ладно, я тебе потом позвоню. Алло, алло, это я. Где был? В поликлинике. Бесплатно вставил зубы. Ну что, что были? Второй ряд вставил. Потому что мне теперь, Люся, есть что жевать. Тебе вставим? Да я говорю, вставим, мы тебя помощником депутата оформим. Ничего не надо, принесешь 2 фотокарточки. Ну сфотографируешься в зоопарке с пингвинами, оформим как встречу с избирателями. Ну что сейчас делаешь? Опять телевизор смотришь? Давай переключай быстрее на первую, меня сейчас показывать будут. Ну вот, видишь, депутат чешется. Это не я. Вот, депутат зевает. Это тоже не я. А вот это я. Ну, брюки-то мои в полосочку узнаешь? Какой арбуз, это я наклонился. Ну, похудел, похудеешь тут. Голосовать-то приходится за себя и за соседа. Он прогуливает. Спикер его родителей вызвал. И только от них узнал, что он уже год как в Америке. Читает лекции, как стать депутатом, имея 2 судимости. Алло, Люсь, там рядом никого нету? Слышь, я вообще хочу свою партию организовать. Ну, нормальных людей, мужественных, умных. Как сокращенно? Ну, слушай, мужественных, умных, деловых, активных, культурных, интеллигентных. С такой партии мы точно к власти придем и порядок наведем. Ну ладно, я тебе потом поговорю.